По инициативе Всемирной организации здравоохранения традиционно в середине октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом. И практически до конца ноября медики стараются привлечь внимание общественности к проблеме ревматологических заболеваний. По словам врачей-ревматологов, заболевания суставов стали международной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% населения планеты страдает артритом. А в России, по данным Минздрава, насчитывается более 10 миллионов больных артрозом и около 300 тысяч ревматоидным артритом. Распознать такие болезни очень непросто. Да и сам человек часто недооценивает всю серьезность проблемы, откладывает визит к врачу на потом, снижая свои шансы на выздоровление. С этой болью лучше сразу обратиться к специалисту. Не нужно заниматься самолечением. Препаратов сейчас очень много. Помимо какого-то положительного действия, они имеют свои отрицательные моменты, такие как портят желудочно-кишечный тракт, поднимают давление. Поэтому с любой болью в суставах лучше всего проконсультироваться у специалиста. В нашем центре с болями в суставах мы после консультации можем назначить вам какое-то обследование. Это анализы на уровень кальция, на уровень витамина D, на различные другие там, заболевания уже костно-мышечной системы. Мы проведем вам диагностику по заболеванию, направим на рентгенографию, можем сделать ультразвук суставов. И после этого уже назначим вам какое-то лечение, которое конкретно подходит вам.